Так, шаг первый. Отыскать Ники. Шаг второй. Убедить ее, что мамочку оживить не получится. Шаг третий. Забрать у нее камень и надрать задницу этому магусу. Удивительная уверенность в успехе. Да уж, Квилл у нас мистер Позитив. Прям до тошноты. Для колдуна камень и каналы кандалы. Если он слился с ее сознанием, разделив, рискуем разрушить разум ребенка. Мы этого не допустим. Не хочу вас обламывать, но как именно мы собираемся найти девчонку? В каком смысле? Вот вмять. А вмять. Они захватили кору. Уходите. Сейчас. Подозреваю, что ты с нами не пойдешь. Это мой народ. Кто-то выживет, если останусь. Тогда и мы остаемся. Идите. Я буду там, где нужна, в нужное время. Надеюсь. Да верьте же мне! Не вздумай тут погибнуть. Я только начал тебя понимать. Сел бы ты уже, золотой мой. Ты меня нервируешь. Пройдусь потом по новым. Что я сделал-то? Этот поспешный план просто примитивен и плох. Мастер манипуляции Мантис. Она знает, что делает. Обычно. Ох, горе горькое, бесцельно болтаться с бездарными балбесами. Он что, занял мою каюту? Не тявка, не гавка от Космо. Грот будет пробиваться. А где мистер Витиеватость? Он выжил Питера Квилла из каюты. Довольно дерзкая демонстрация доминации. Только не начинай. Иной раз я бы сказал, ну и фиг с ним, но он нужен. Да, бегом, уладь это, Квилл. Ты старайся не бесить его. В смысле, еще сильней. Если дойдет до битвы насмерть, я тебе воздам хвалу. Свои пушки мне завещай. Не уверена, что победит Питер. В прошлый раз потребовались усилия всех пятерых. До сих пор не верится, что он поймал мою бомбу. Вот так просто. Мы уже сражались с ним раньше. Гамора, ты не переживаешь, что Мантис там одна сражается с церковниками? Она не будет с ними сражаться. Ее задача — эвакуировать население. Может, они укроются в пещерах. Так что же, она просто позволит церковникам захватить ее родную планету? Мантис сказала бы, что сородичи важнее планеты, и церковь можно остановить только если спасем Ники. Ты возлагаешь большие надежды на эту небесную Мадонну. Она одна из немногих, кому я могу доверять. Ты серьезно? Меня она бесит. Потому что умнее, чем ты? И добрее. Хватит за ней повторять. Я не пушистый, я мохнатый. И вообще, почему она зовет тебя сэр? Дракс, я рад, что ты снова за нас. Чует мое сердце, нам понадобится спустить разрушителя с цепи. Я буду готов, Питер Квилл. Я видел своими глазами, как опасен магус. Его коварной лжи нужно положить конец. Я в великом долгу перед вами. И почту за честь, не жалея сил, сражаться плечом к плечу. Много сил надо. Грот с тобой согласен, крепыш. Похоже, намечается славная вечеринка с надиранием задниц. Надеюсь только, что наш гость присоединится к этому празднику избиения ягодиц. А, Квилл! Похоже, ты в хорошем настроении. Хм, правда? Просто мне тут пришла идея, как улучшить бластер. Не терпится попробовать. Ну, раз все в сборе и у нас есть минутка, хочу сказать тебе спасибо за то, что ты сделал на Ламентисе. Хм, Квилл, я... Я помню, ты не любишь всякие розовые сопли, но я от всего сердца. А знаю, что с тобой сотворили те ученые. Морды бы им набить, конечно, но
В общем, ты отлично себя показал. Ай, да брось, всего-то какая-то лужа. Я бы не смогла через себя так переступить. Чувак, ты нас спас. Дай хоть спасибо сказать. Грызун вас спас? И там были ученые? У меня много вопросов. Советую приберечь их до следующей попойки, приятель. Мне хоть заплатят? Вот и маленькое чудо. Да такая работа стоит больше, чем ты сам, Квилл. Ну ладно. Гамора! Практикуешь медитацию? Я... нет, но... в трудные времена на нас... столько свалилось. Понимаю. Видит Хала, понимаю. Так... как им пользоваться? На случай, если... ракета спросит. Ну, во-первых, нужно не просто его держать. Нужно устроиться поудобнее, чтобы полностью расслабиться, не заснув, и... главное — дыхание. И тренировки. Много. Ага. Я не ожидал, что это потребует столько усилий. Все стоящее требует усилий. Как ты научилась? Танос учил нас концентрации с детства. Но только попав к жрецам Памы, я осознала, как... ограничено было его понимание медитации. Как тебя угораздило попасть к жрецам Памы? Они же вроде из другой тусовки, все такие пацифисты. Мантис привела меня к ним в том году. Мне нужна была помощь. Они сделали для меня невозможное. Невозможное? Что? Я была, скажем так, сломлена. Танос, война, работа в качестве убийцы. Все сказалось. Мантис привела меня, когда я была на грани. Мне было очень плохо. Я уже потеряла надежду на искупление, считала, заслуживаю только смерти. И все же... жива. Да. Там был один... мальчик. Акан. Его ты обняла в деревне. Акан был как я. Один. Он остался без родителей. Такой драчун, бунтарь, совсем не похож на пацифиста. Жрецы решили, что если свести нас, это пойдет на пользу нам обоим. И пошло? Вначале не особо. Я с ним намучилась. Но со временем мы стали доверять друг другу. Танос научил меня медитации в функциональном смысле, но не в духовном, скажем... как надо переживать травмы. Забота об Акане вместе через взаимную поддержку. Не могу представить, чтоб Танос медитировал. Я всегда думал, что он самовлюбленный тиран. Ну, он таким и был. Но он также понимал, что некоторые аспекты медитации могут быть полезны. Концентрация? А еще повышенная осознанность у нас с Небулой как часть подготовки. Весь ужас в том... что мы поняли его задумку, когда было поздно. В смысле? Его медитация извратила нас. Мы стали бесчувственными орудиями. Невосприимчивы. К убийствам. Назови это устрани... как вы... мы шутили. Чем... так и есть. Это... да. 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 Или целительно. Ну да, это вскроет. Кто знает? Да, может. Так этот Уорлок,
Тот еще персонаж, да? Не знаю, можно ли доверять чуваку, который, глянув на самого великого объедателя, подумал, пожалуй, Эй, Ворлок, открывай. Это вообще-то моя каюта. А это обложка от моей кассеты. Питер – породитель поэзии? Это не поэзия, это музыка. Хард-рок. В нем должны быть гитара, басуха и ударные. Примитивное построение. Аналогично автору. Ну все. Колись, что не так? Что плохого я тебе сделал? Поведение Питера позволило Мадонне манкировать миссии. Как позднее погрузиться в подсознание? У Мантис были веские причины остаться. Мы вернемся за ней после того, как спасем Ники. Сомнительное свойство ставить на слепой случай. Твоя трансгрессивная тактика применима к предстоящему предприятию? Да, я готов. Изречение истинного избавителя. Однако опыт и осторожность обескуражены. Мои мысли масштабны, методичны. Твои таинственны, точно театральны. Поищем золотую середину? Да. Клятва. Скрепи словом согласие стремиться к смелости. Сражаться, а не стоять, смирившись с судьбой. Подчинись парадоксальному порыву прекраснодушия. Ну, да, не вопрос. Поклянись. Обещаю быть достойным лидером. Действовать решительно и убедить Мантис меня слушаться. Я отчасти обнадежен. А сам-то, мистер толковый словарь, вдруг переметнешься к Рейкеру, как будет шанс? Пристранное подозрение. Но вы же с ним были дружбанами. Я помогал преодолеть пропасть печали. Резко Рейкер разучился радоваться реальности. Скорбь по сыну сильна. Так вот ради чего все это. Церковь, матриарх. Он просто хочет вернуть сына. Но это же невозможно. Магус не может... Нет, не может. Так ты не подведешь? Как найдем Рейкера, поможешь нам с ним разобраться? Несомненно. Где же я так намял плечи? Как прошел разговор? Отвратительно. Словно я опять на школьных танцах выясняю отношения с Сьюзен Харрис. Это та землечка, которой ты пытался впечатлить с помощью ее? Да, кроме нас никто не остановит церковников на забвении. Ты готов к этому? Я есть круть. Он беспокоится насчет пса. Говорят, с ним это будет проще провернуть. Космо не позволит захватить его станцию. Но если они взяли под контроль кору, значит... Что может одна собака против целой армии обращенных? С Космо связаться все еще не удалось? Не удалось. Древо просто так не сдается. Он был уверен, что тебя еще можно вернуть. Не знаю, упорство это или оптимизм, но в его случае оно работает. Теперь понятно, почему мы не смогли связаться с Космо. Если не ответишь, нас сотрут в порошок. Переговоры я возьму на себя. Ладно, валяй. Приветствую, путник. Вы вняли правде ее божественного обещания? Мы вняли. Мои почившие жена и дочь со мной. Я благодарю матриарха за дар. Да сбудется обещание. Даем вам посадку на космодроме. Эти бары, букмекерские конторы. И лапшичные. Может, все не так плохо, как кажется? Я думаю, будет хуже. Рейкер разводит речь.
а мы мнемся и мешкаем. Сажусь как могу, золотой мой. Что за вмять? Класс! Парень испоконно возомнил себя бабочкой. Он человек действия. Хорошо бы он отвлек церковь, пока мы будем искать Ники. Крепыш, вот не думал, что ты сможешь так заговорить охранников. Я сведущ в военных хитростях. Чтобы добраться до коры континуума и спасти Ники, одной хитрости мало. Особенно учитывая, что золото отправилось в самоволку. Может, нам это? Поискать его? У нас мало времени. Если хотим спасти девочку, нам нельзя отвлекаться. Дракс прав. Будем надеяться, что Ворлок и сам по себе сможет принести пользу. Надеюсь, если буду на рынке, разживемся чем-нибудь полезным. Я есть крут? Я не о мародерстве, нет. Так, что-нибудь взять на память. А то теперь, когда там все церковники захватили, неизвестно, что от забвения вообще останется. Что будем делать, если отыщем Златовласку, а из него уже отбивную сделали? Ты тут приглядывай за Милану, ладно? Чтоб нам было куда возвращаться. Ну, понесли. Идем спасать Ники. Питер. Хорошо. Без паники. Я с ними разберусь. Приветствуем, путники! Вы прибыли узреть исполнение? Чего узреть? Осуществление обещания матриарха, рождение нового мира, без смерти, боли и страха. Вы что, не в курсе? Вы не прошли проверку и инструктаж? Что? Конечно, прошли. И вы не слышали об исполнении? Что-то не так. Остановить этих еретиков! В атаку! Этот мерзавец усиливает своих корешей! Давайте оставим его в пост! Всегда лучше решение! Гамора, вперед! Последние слова! Ай, прошу прощения! Пускай, Драк! Тебе должно быть! Враги спасибо, приятным приказом! Ракета! Фейерверк! Селёдка! Yeah.
шаман благословляет свою паству! Клинок тебе в горло! Пора наносить удар! У меня столько крутых рук, которые я так сильно родил! Им повезет, если успеют попасть в свой мир без боли, смерти и страха, пока им бошки не оторвал за то, что они космопорт раздолбали. Над сменой интерьера они и впрямь потрудились. Незачем тут задерживаться. Доберемся до коры и спасем Ники. Ну-ка, дерни, Дракс. Невозможно оставаться недвижимым. Никто не видит указателей исполнения сюда. Нет, но если замечу, обязательно скажу. Ну спасибо. Даже если мы отыщем девочку, как мы разорвем ее связь с Марсом? Мы никак. Вся надежда только на Златовласку. Ну, мы просто с ней поговорим. Чтобы спасти Ники, надо действовать. Да, к нему просто надо подготовиться. Я так думаю. Так пусть делает это быстрее. Вот внять! Они обесточили башню Космо! Да потому что такого никогда раньше и не было. Вы заметили, что среди тех, кто монополил, были парни с охраной? Это очень скверный знак. Я никогда не был фанатом этой псины, но запасной телепат нам бы сейчас пригодился. Наша задача — спасти Ники. Будет обидно, если Космо поведется на это обещание. Но, как мы уже говорили на Ламентисе, вылечим ее, вылечим остальных. Да что они вообще могли ему наобещать? Несгрызаемую косточку, что ли? Вот именно. Все с ним будет в порядке. Верьте в это. Питер, ты серьезно? Верьте? Мне кажется, веры здесь и без того уже много. Ничего себе у них тут патрульных кораблей. Скажи спасибо, что они по нам не стреляют. Я не жалуюсь. Разлом — это просто край вселенной, дружище. Не вижу, как он может быть тут замешан. Как-то уже не хочется смотреть, во что они превратили рынок. Мы и так это видели, когда прилетели. Да, но это будет вблизи. Забвение и раньше казалось отстойным местечком, но... Только гляньте! Сколько их тут? Я думал, большинство местных на это обещание забьет. Всем хочется чего-то, чего у них нет. Да, но местное жилье никогда бы не купилось на бесплатный сыр. Я есть. Ты прав, Ракета. На забвение народ не лыком шит. Видел, как местная устроила взбучку только за то, что парень ей комплимент сделал. Такие добровольные к церковникам не примыкают. Меч у горла — вполне убедительный аргумент.
Да тут все заставлено их аккумуляторами веры. Как на Надежде Халы. Может быть, они построили еще одну гигантскую пушку внутри коры континуума. И откачивают энергию веры сразу из нескольких миров? Это вообще возможно? Эти аккумуляторы не заряжаются. Они, наоборот, отдают энергию. Значит, они что-то питают. Похоже на то. Я тут думала над словами Горлока. А о чем конкретно? Он с нашей первой встречи не затыкался. Вдруг связь Ники и Магуса слишком прочна, чтобы ее спасти. Он так сказал? Жукоглазку и то понять проще. Боятся смерти. Надо сводить его так, умряки! Так, похоже, они нас не заметили. Почему золотой сик не истребил? Рассчитывать можно лишь на настоящих стражей. У вас важная встреча, а мы тут застряли! Либо наверху, либо... Поверили лживым речам, сэр! Ложь звучала убедительно! Одних рептанцев стало меньше! Так вот что называется духовным опытом! Мы не можем постоянно сражаться! Мы долго будем пробиваться! Чем глубже, тем больше аккумуляторов. Спорю на 100 юнитов, что это связано с исполнением. Жрец сказал, они собираются. Они не вернут мертвых с того света. Особенно без Ники. Интересно, предвидели эти гадалки, что все так обернется? Сомнительно. Это были сплошные мошенники. Большинство были карманниками и скупчиками краденого. Полезные знакомства, между прочим. Я удивлена, что церковникам удалось захватить кору. Раньше она мощно охраняла. Нет, он просто переоценил своих охранников. Ряды церковников разрастаются с каждым тактом. Они легко могли... ...и пробить оборону. А нас-то всего пятеро. Молодец, здоровяк! Прям воодушевил! Надуем их еще раз. Сделаем вид, что мы все такие из себя за обещание. Только если ты научился, как они, светиться фиолетовым. У меня был здесь знакомый. Много оборотов назад. Правда? Небось, Блерф? Не-не-не. Джудап. Или может Худс? Нет, ты. Грут его всегда недолюбливал. Я есть Грут. Mm-hmm.
Кажется, тут можно пролезть. Кажется, мы недалеко от бара у Мантла. Видишь его? Вроде нет. Мусор обзор закрывает. В этой стене нет прохода. А за ней, небось, еще и полно психов прячется. Верно. Питер! Не сработало. Под хвост все. Я пошел. А как же фанатики? Попадутся мне, им же хуже будет. Все равно никто больше на ту сторону не пролезет. Квилл, тут все чисто. Хотя, похоже, тебе придется раскурочить кусок с этой стороны. Гамора, теперь тут есть куда вставить твой меч. Подсадишь? Ах ты ж хвост! Только не умахло! Это видишь? Теперь они меня реально разозлили. Я знаю, ты очень любил этот бар. Это было единственное спокойное место во всей галактике. Ну, не считая пьяных потасовок, облав и охотников за головами. Мы еще успеем его помянуть, а сейчас нам нужно двигаться. Так, ладно. Надо расчистить другим проход. С тех пор, как Златовласка выпрыгнул с нашего корабля, его нигде не было видно. Найдется. Небось, разбился в лепешку где-нибудь в Нижнем городе. Или напоролся на патруль обращен. А может, вообще наврал нам про то, что он на нашей стороне. И теперь ждет, чтобы на нас напасть. На кой нам вообще сдался Златовласка? И без него прекрасно обходились. Без него... Магус едва не пожрал мою душу. С твоей памятью что-то не так. Ворлок сильнее любого из нас. И у него есть весомая причина ненавидеть Рейкера. А ты веришь в сказочки про разорванную надвое душу? Я думаю, что если у кого и есть шанс выстоять против Рейкера, так это у него. И если мы хотим остановить этот ритуал, кому-то придется отвлечь великого объединителя. То есть он наш отвлекающий маневр? Я не это имел. Да нет, Квилл, я только за. Нормальный план. Проверка почти завершена. Интересно, когда все закончится, вернет ли космос себе контроль над станцией? Думаешь, его сместят с поста? Вряд ли ему будет что противопоставить еще одному вторжению. Мы с псом никогда не жили душа в душу. Но если на забвении будет новое начальство, не, лучше не надо. Сойти. Как тут все изменилось? Даже если отстроят станцию, как раньше тут не будет. Так, уже нас не заметили. Кажется, конец пути. Ну, для них точно. Ворлока все еще не видать. Выпрыгнул он давно, так что, думаю, он уже в Нижнем городе. Разбился в дребезги. Маловероятно. Он даже брился с помощью магии, когда мы не видим. Почему ты плачешь, грызун? Да не плачу я. Просто вспомнил все дела, которые тут проворачивал. Вы слышите? Похоже на молитву. Нет. А я была уверена.
Ого! Здесь же раньше стояла Империя Чудес. Церковники ее что, разрушили? Сомневаюсь. Думаю, коллекционер просто свалил, как только тут запахло жареным. Прежде чем запахло жареным, поговаривают, он предвидит будущее. Погодите, он что, передвинул Империю Чудес? Это же корабль. Ха, а снаружи не скажешь. Ну, может, челнок, а не корабль. Да, Грут прав. Сейчас не до этого. Мне уже приходилось видеть забвение настолько обезлюдевшим. Да ладно, это когда же? Рано утром здесь всегда так пусто. Как думаете, а что они сделали с местными жителями? Наверное, они или все внизу ожидают исполнения, или переселились на Сократ. Чтобы примкнуть к миллионам других. Молящихся в том гигантском цилиндре. Ха, кататианские боевые песни в исполнении Дракса, принимающего душ, пострашнее будут. А, точно, ракета про такие говорил. Вот он обрадуется. Надо же, сколько тут разрушений. Ну да, кто-то из местных без боя все-таки не сдался. Отважный, хотя и обреченный на провал послуг. Похоже, церковники не хотят, чтобы мы сюда совались. Хотеть не вредно. Парни, гляньте. Ничего себе там свет. Ты думаешь, это их вмятское исполнение? Может, просто проводка искрит? Что бы ни задумали, эти птики, энергия дожрет немерено. Может, за счет этого они добрались до Ламентиса? Не, корабль с этим справим. Ники держала в руке камень души Ворлока. Вдруг он к ней прирос, а Рекер пытается его удалить. Ха, как в свое время у Златовласки, в тот раз не гладко прошло. Девочка могла почувствовать в нем зло и потребовала повторить процедуру. Или Рейкеру она больше не нужна, и он хочет сам заполучить камень. Нужно попасть в Нижний город, найти девочку и помешать их замыслу. Ожидая, что нам будут пытаться помешать. Обращенные готовы на все, чтобы вернуть дорогих в убежище. В чем есть определенная ирония. Не найдем. Там может быть что-нибудь полезное. Грут! Эх, грязное нутро грязного нутра. Вы знали, что тут держали свой товар браконьеры? Так вот, что это был за запах. Ага, гниющая туша зверей с Матло 4. Надеялся найти тут ховербайки. Почему здесь? Ну, во-первых, тут с тебя не дерут за парковку, а во-вторых, иногда бывает нужно скинуть груз так, чтобы этого никто не видел. Заберешься сюда? Да, посмотрим, куда это ведет. А если бы тут были ховербайки? Могли бы угнать и долететь на них до Нижнего города. Мы с Грутом всегда так делали. Теперь должно быть безопасно. Хорошо, что ботинки водостойкие.
что? Не. Тогда поспешим, пока Ники еще можно спасти.